Каждую субботу и воскресенье красноярцев приглашают пуститься в пляс под открытым небом. Это значит, что потанцевать можно и 15 и 16 июня. Музыка заиграет в 19 часов в сквере имени Пушкина. Желающие подвигаться могут приходить к этому времени. Мероприятие рассчитано на 3 часа. Вход на Open Air бесплатный. Также бесплатно заняться спортом можно на острове Татышев. Недалеко от Октябрьского моста откроется специальная площадка. В субботу в 12 часов красноярцев ждут на зарядку, в 14:00 на зумбу. А в воскресенье 16 июня в 7 часов вечера стартует урок йоги. В 18 часов в воскресенье театралов приглашают в Театр юного зрителя на закрытие сезона. Актеры душевно и весело завершат свой юбилейный 55-й сезон. Вечеринка под названием «Аван. День рождения» пройдет с танцами, музыкой, напитками, угощениями, развлечениями и шоу-программой. Сбор гостей в 17:00. Стоимость билета 500 рублей. Премьерный спектакль Театра исторической реконструкции «Артефакт» по пьесе Дмитрия Мережковского пройдет в Доме офицеров в воскресенье. В 19 часов зрители смогут посмотреть постановку под названием «Павел I». Это история о последних днях правления одного из самых загадочных и скандальных российских императоров, который в народе получил прозвище «Русский Гамлет». Вход свободный.